Это Fast Food Music. Да-да-да, входи сразу вперед. Вирус. Жара. Вот этот коньяк вчерашний. Я вообще водку сам не пью, поэтому это коньяк для пацанов. Вот это вчерашний коньяк. Да, это хороший коньяк, да. Вот это тоже новые взяли. Ух. И вот этот новый, я взяла на пробу. Коньяка дохуя, можно ужраться в говнище просто. Че, ты готов? Всегда готов, но нет, сейчас не готов. Да, тут у нас документация. Сегодня будем здесь исполнять трек «Дуем напротив 102-х». И напротив там есть участок. Меня хотели там принимать, но не получилось ничего у них. Я его записал с пацанами в Крыму, типа, это типа, он чисто, я из Крыма вообще, из Севастополя родился там. И приехал с пацанами, встретился, которых я не знал, они просто на себя написали, погнали, дунем. Я такой, ну погнали, в первый же день. Вот, и они оказались ровными пацанами, вон там, Неджик, который в Роу. Вот, и записали трючок в Крыму у них на студии, у них там была студия на дачке. Вот такая вот история. Если пока рано, то раны тогда куда? Если пока рано, то раны тогда куда? Если пока рано, то раны тогда куда? Для меня мое шоу, выступление, даже я бы назвал это не шоу, это коннект с людьми, нахождение общего языка с ними, количество людей, конечно же, потому что я немного расстроюсь, если будет мало людей, но я все равно буду разъебывать, но буду делать это без удовольствия, понял? Вот. Сейчас звук, конечно же, звукарь. Вот я нашел охуенного звукаря, который смогу в тур гонять. И, типа, прям тоже это максимально важно. Че, главное, чтобы люди были, все были довольны, и все было охуенно. Со мной поехал мой кореш, Мане Уна, в тур. И, он, типа, делает разогрев в каждом городе на 3 трека. И остается потом мне бэчить, да. У нас команда, типа, пока что из 4 человек с нами в туре. Больше всего на выступлении я, конечно, внимание уделяю людям, смотрю на них, смотрю на их реакции, как они это все ценят, и на звук. Мой первый концерт был год назад, это был мой единственный концерт до этого тура в Москве. Честно скажу, это очень странно, но мне он абсолютно не понравился. Я, типа, вышел на сцену, я такой думаю, бля. А я, типа, нормально вообще рэпом, да, мне заниматься? Что-то не то, блядь. Но в то же время, типа, я охуенно выступал, давал охуенную энергию, но меня бесило, ну, я не знаю, может, потому что было мало людей, это мне не нравилось. Но в целом мне понравились люди, я сразу же оценил свою аудиторию, то есть на первом сразу концерте пришли нормальные, вменяемые, адекватные люди. То есть у меня было пиздюков не было, долбоебов тоже особо не было. Чувак, бля, просто на первом концерте, у меня был первый концерт на мой день рождения. И чувак, типа, залетел на сцену, и там ему битбоксили, и он зачитывал, типа, фристайл, поздравил меня с днем рождения, ну, было угарно. Чувак с зала? Да, фристайл, типа, там. Бро, дай мне битка, сейчас будет фристайл. Сюда, чтоб сделать вам немного рэпчика. Мои проблемы длинные, но не такие, как бабло. Я хотел бы быть с собой, а не с тобой. Это, бля, точно. Это не мои проблемы, если мне, бля, все равно. Это пацаны из Севастополя пригнали концерт в Москве, но они тут живут уже. Почти москвичи. Мы все Севастополь, Крым. Сейчас перо, блядь. Нага, Пёрис. Нага, Сю. Бля, этот трек, я так охуевал с него. Я типа добавил, по-моему, свои самые жесткие треки. На разогрев. Сам, я выбрал просто свои самые любимые и все. Охуенно вообще. Давайте начинать сразу хули, блядь, тянуть. Врубай, давай! Я умный и тупой, хороший и плохой, здоровый и больной, много добрый, но я злой. Мне нужно быть собой, мне нужно быть собой. Нужно. Пошумите для Офи! Всем спасибо, братва, вы лучшие! Красава, Никитос! Давай, Никитос! Разъебал! Как толпу прыгнул вообще! Это вообще пиздец, бля!
вообще разъебе off me, the best. Жестко, да? Это present от фаната. Off me, это, блядь, вам не капкейкер, нахуй. Это, блядь, кое-что получше, нахуй. Это фастфуд мьюзик, нахуй. Разъебали, нахуй, в хлам. Пока, бич. Которая в непонятном месте находится. И бегаем от людей. Красавцы. Чел, бля, Хьюго, спасай, я не знаю. Все, все, все. Расход, расход. Я не сяду по тачке, не покажу документы. И мои пятки сверкают, я быстрый прям как ракета. Сверкают мои цепочки, но в них не тысячи сотен. От этого прям через кочки бежат среди ночи. Вообще сейчас кардинально по-другому начну подходить к музыке. Типа я прям начинаю делать музыку. Типа с нуля я буду писать припев, потом аранжировку к этому подбирать. То есть просто с нуля с чуваком делать, это будет жестко. Короче, про три просто такая история получилась, что мы писали практически все треки дистанционно. Мы написали только два трека совместно, и «Блеск» как раз мы написали вместе. Типа прям с нуля написали на студии. Вот. И как-то все так затянулось, блядь, на полгода. Но это такой был, понимаете, фановый релиз. Он типа... просто типа охуенный. Мне нравится такая музыка тоже, но я делаю сам другую музыку. Но такая музыка мне тоже нравится. Если мне нравится какая-то другая музыка у других чуваков, я с удовольствием сделаю с ними тейп там или все в таком духе, потому что мне это нравится, блядь. Почему я типа это должен это не делать, если мне это нравится? Делаю уже давно, кроме рэпа. И типа получаю бабки только с рэпа. Вот. И мне приходилось списываться там где-то год назад на тусовке там к Среза 30. И там, блядь, было типа 10 человек. Это было, блядь, очень странно. Просто я так пришел, блядь, с таким вот ебальником, но все прочитал и ушел. И таких тусовки было еще 2-3, типа. Их очень много, вот эти, я на самом деле не люблю эти дешманские тусовки, пизду, я больше таких хуйней не буду заниматься, все через менеджеров там и все такое, чтобы все было четко. А то это просто, типа, ну реально не стоит того. Я на вырос, на вырос, мы папиросы, хоть их мы не бросим, лучше бы сейчас за окном была осень. На концерте, который был сегодня, сказали, что тур меняется. Короче, я выступил в Питере и в Москве. И я загонялся последние два дня после Питера. Просто прикол в том, что в Питере было 360 человек в группе, да, типа. Я так просто захотел смотреть. Я думал, типа, ну, 300 придет, да, допустим. Ну, 250, окей. И там, по факту, типа, ну, было от 150 до 200 человек. Это выглядело норм, но если это было в Питере, учитывая, сколько там было в группе, то если подумать о том, что будет на регионах, там, наверное, вообще пиздец. И сегодня мне на концерте сказали, что да, там пиздец, чувак. И, блядь, вы там насняли лютой хуйне, думаю. Люди посмотрят, какие у меня концерт, послушают музыку еще до осени. Мы не отменили, мы перенесли на осень все. И осенью будет еще много другого материала. Этого материала уже достаточно, но люди пока нихуя не прохавали. Это был Off Me для Fast Food Music, скоро увидимся. Эй, эй, не хочу сказать, не горит, а я горю. Хочу идти в маленький.